Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, продолжаем слушать альбом «Слава КПСС». Ну, ребята, хочу сказать, очень классная фотография, фотогеничная. Везде у него все получается. И треки пишет, и тексты пишет, и музыка, и батлы, и даже вот фотографируется он. И как модель работает. Как модель работает. Модель рептайл. Угу. Поехали, друзья. Приехал в Питер, не имея ни шиша. Алина подкурила крепко на ВДНХ. Я проебал свой самолет, поспев ставить все бабло, но в Питере семья, хабаровские друзья. Я думал, 8 часиков, и мы всегда увидимся. Но это в 10 раз дальше, чем от Москвы до Вильни. Спел питерским котом второй альбом. Дописывал, прося бабули сделать тише звук на телевизоре. И глухота ее не дуб. Понял, что у меня тут друг. На Петроградке у светло курили на балконе. Тогда я понял, блядь, я переехал в этот город. Пешком на Марсовое поле, фрактали дворцы. Иду мимо, проплываю. Классно, ребят, классно. Очень талантливо, ребят. Ну что скажешь? Опять повторюсь, да, ребят? Интересно его слушать, ребят, вот интересно. Вот он о себе рассказывает, да. Там друзья, там семья. Туда поехал на заработки. И везде он катается, да, ребят? Рассказывает об этом матче. Ну, интересно слушать его, ребятки. Мне нравится. Мне вообще Слава КПСС очень нравится. Я обожаю его. На фонтанчице, седьмая линия свободы. Вася, привет. Знакомлюсь с Мишей, и мы пишем ежемесячно рэп. Клуб мод, у Спаса на крови. Здесь ЭПП впервые заплатил за рэп. 500 рублей, а покурить было по 300. Тут же я получаю имидж батлбиста. Битва за жеста, но слово СПБ. Марида Вахтова, я помню этот день. Меня шмоняют, но я скинул еще в парке. Рост, а могло печально кончиться на старте. Привычный ноль на карте. Пацаны на басе прибалдели. Наш кент Роман Горош говорит мне, о чем смысл жизни. Бро, не разобрался, в петлю залез через год. А мы продолжили двигать свою хуйню. А ты, кстати, можешь сказать, в чем смысл жизни? У кого? Вообще. Раз уж вопрос такой встал. Нет. У каждого свой смысл жизни, ребят, у каждого. Ну, не, ты скажи просто, вот в чем него... смысл. Ну что ты начинаешь? У каждого смысл вот жизни. У него смысл жизни. Ты скажи, как есть и все. В чем смысл жизни? Зачем ты начинаешь? Знаешь, у каждого человека свое мнение. Нет, подожди, ну я скажу банальные вещи. Ну давай. Ну банально. Ну в чем смысл жизни? Для меня, в чем? Ну ты знаешь, какой, в чем семья, у меня смысл? Семья, да? Семья. Дети, да, это смысл моей жизни. Мои дети. И все, да? Да. А, ну понятно. Все это ответ, вот, хорошо. Это моя семья, мои дети. Понятно. Все, это смысл моей жизни. В чем смысл? Я до сих пор не ебу. Гиги вы анатеки. На сцене пьяные, веселые дети. Ежи. Послушай записи там. Вот у него прям он женился бы, да? Вот женился бы, Слава КПСС. Он вроде женился. Женился, да? Не знаю, да, и кажется. Вот. Родился бы ребенок у него. Он тоже так говорил. Смысл жизни мой ребенок, моя семья. Он пока холост. Конечно, как это холост, если он почти женат? Ну, почти. Или женат он. А, ну, почти. Почти. У меня с душа. Через два года я собираю глав-клаб. Когда за маем делали первый концерт, пришло 15 человек, а я уехал за говно. Да, да, да. Прости, тогда я так тебя подставил, когда говорили, что нам похую на рэпчик, мы не врали. Пили вот... Нравится он, молодец, да? Вот все рассказывает, какие у него истории, что происходили, сколько на концерте было людей, с кем первый концерт, что он за мая обидел. И вот все, интересно слушать его, да? Вот интересно. Почему он без за мая? Душой мой писали фристайлы, столько всего... Он хотя бы на одном треке сделал за мая или нет? Не знаю. Нет, ну это понятно, что альбом КПСС он не должен за мая здесь сделать, если а он, мы если он за не мая хочет. Тоже слушать. Создали это порой давит на нервы, будто я последствием. Как сделать так же хорошо и непосредственно? Культа бы в узких кругах, я осознанно. Пацаки Мединские, ведь писалась история нами. А сейчас иду по тем же местам, вспоминаю, как приехал на московский вокзал. В своем задрипанном пальто с китайского рынка вывалился в этот город, как хуй с черинка. И продолжу стоять, будто медный всадник. Каждый трек, как культурный памятник. Залпы вечности, наши сказки. Лик Петербурга в посмертной маске. Визуализировал десятку баксов. Я в рубашке не родился, я ее купил. Мы просто были... И что же визуализировал? Десятки баксов, да? Значит, работает. Они даже визуализируют, да? И нам тоже, ребят, визуализируем. Долбоёбы, что любили батлы, рэп, Петербург и еще. Представься.
Ну что, ребятушки, мне очень понравилось. Мне очень нравится его исполнение, нравится текст его, нравится его харизма, нравится вот он держит зрителя, да. Кто начал его слушать, да, ребят, мне кажется, они... За горло держит. За горло прям держит, такая хватка, да. Нет, кто начал его слушать, тут да. Тут уже все, да? Не остановится. Да, да. Вот я первый раз услышала его когда, да? Я влюбилась в него, ребят. Мы первый раз смотрели, когда ты увидела КПСС, это был батл. Батл? Батл с Оксимироном. И вот его первый альбом. Вот я услышала когда, это для меня все было. И но вот... там альбом был, да, он интересный очень сделал. Очень интересный альбом. Это тоже очень. Крутой. Да, классный. Крутой. Молодец, молодец. Ну, он еще талантливый, он и сам говорит. Для меня написать батл, ой, рэп, для меня вот, ну, текст какой, да? Для меня это, говорит, быстро, как я. Я, говорит, в этом деле талантлив. Он сам это ты говорит. Строчку из песни до сих пор помнишь, да? Зачем? Летом слушали. Он это и говорил. Зачем? Я видела в интервью, он говорил, что для меня написать, для кого-то это тяжело писать. А мне, говорит, очень легко. Говорит, у меня все, говорит, все прям, говорит, как компьютер, говорит, как голова. Да? Да. Ну что, ребят, мне понравилось. С удовольствием послушала. Ребят, нашего Слава КПСС. С удовольствием, ребят. Мне все. И музыка, и бит, и текст. Все понравилось. Ну что, ребятушки, пока, мои хорошие.